Чего вы стоите? Зачем вы за мной следили? Приказ таков. Он заметил вас. Вы чуть не испортили все. Кто-то еще есть? В машине еще один. Чего смотрите? Помогите. Твое задание окончено. Больше у нас с тобой нет дел. Джахид! Джахид, что происходит? Где господин Пулат? Ты чего творишь? Джахид! Господина Пулата похитили. Осталось немного, почти приехали. Хорошо, господин. Это из багажника. Кажется, он очнулся. Остановимся? Нет, продолжай. Мало осталось. Чего он добивается? Господин, он очнулся, издает звук из багажника. Он может создать опасную ситуацию. Хорошо, господин. Остановись где-нибудь, они сюда едут. Если ты сам не остановишься, мы знаем, как тебя заткнуть.
Он нам нужен живой. Не упустите его. Полат Алимдар сбежал. Повторяю, Полат Алимдар сбежал. Мы гонимся за Полатом Алимдаром в лесу. Нам нужна помощь с воздуха. Повторяю, нам нужна помощь.
Акиф, Цель сейчас под водой. Вы вынуждены ждать, пока он выплывет. Я слежу. Я вам сообщу.
Я наверху посмотрю. А я прослежу вокруг. Хорошо. Они узнали, что на участок напали. Пока нас не найдут, будут везде искать. Мы должны найти брата, пока они нас не нашли. Но мне будет скучно ждать, Акиф. Пусть придут, чтоб мы зря время не теряли. Здесь чисто. Вокруг тоже чисто. Пока придет новость от РД, мы будем ждать здесь. Мы должны быть готовы к нападению в любую минуту. Я буду стоять на страже. Что мы будем делать, если подводная лодка не выплывет? У меня в черном знамени есть подготовленная команда для подводных операций. Мы не можем нырять под воду, пока брат находится там. Если опустошить емкости, лодка сама по себе выплывет. Все, что делается под водой без прикрытия, очень опасно. Мы не можем рисковать. Они же не могут там сидеть до смерти. Обязательно выплывут. А что будем делать, когда они выплывут? Эрдем сообщит, когда они выплывут, а мы воспользуемся лодками, которые получили при нападении. Потом Эрдем снова войдет в их систему и поможет нам открыть верхнюю крышку. Сколько человек могут быть внутри? Я не знаю. Даже если у людей мало, внутри очень тесно для действий. Мы должны войти либо поодиночке, либо по двое. Нужно думать не только о входе, но и о выходе. Как только станет ясно, что мы забрали лодки, Армагеддон начнет действовать. Если у них есть счеты, то и у нас есть. Пусть сначала подводная лодка поднимется, вытащим брата. Об остальном я даже не думаю, Акиф. Это дело окажется вовсе непростым. Поищем здесь. Есть новости, Эрдем? Как там наши? Пока ждут. Невозможно что-то делать, пока подводная лодка не выплыла. Эти негодяи найдут любую дыру, чтобы спрятаться. А теперь взялись за подводную лодку. Дела у нас не так плохо идут, Эрхан. Хотя бы идем по их следу. Хвала Аллаху.
Нашел. Акиф, подводная лодка снова в поле зрения. Немедленно начинайте действовать. Тебе не нужно беспокоиться. А ты, кем бы ты ни был, должен быть внимательным в разговоре со мной. Я всего лишь посланник. С тобой будет говорить Его Величество. Он этого ждет уже давно. Но я не могу долго ждать. Скажи ему, пусть поторопится. Если ты снова будешь играться с этим, то для тебя это плохо кончится. А для тебя это плохо кончится. Ты знаешь, что будет, если ты выстрелишь. Не забывай, что мы в одной лодке. Этот пистолет не убивает, просто оставит тебя без чувств. Хочешь, попробую? Ладно, не бойтесь. Я буду здесь, пока не придет Ваше Величество. Я же сказал, давайте. Да, Эрден. Акиф, подводная лодка в 15 минутах от вас. Высылаю координаты. Хорошо, Эрден. Начинаем действие. Давайте. Раз, два, три. Кибертехнологии Палаты Алимдара под контролем. Система защищена от наружного воздействия. Но они пока не заметили наши попытки взлома. Это преимущество. Тогда хорошо воспользуемся своим преимуществом. Пока они нас не заметили, мы все еще можем войти в систему. Месть за использование нашей же системы против нас должна быть тяжелой. Ози, заходи. Слушаю, господин. Сейчас все идет так, как мы хотим. Палата Алимдар в наших руках, и его люди ищут его. А Джахид с ними? Да. Я знаю, что тебе не терпится увидеться с ним, но я верю, что ты не превратишь встречу в личную разборку. Вы же знаете, что какие бы рамки ни были у данного вами задания, я буду верен вам. Я знаю. Поэтому я хочу, чтобы ты воспользовался нашей возможностью. Что именно вы от меня ждете?
Я хочу, чтобы ты Джахида и его друзей обезвредил. Ты будешь управлять командой Армагеддона. Ответственность на тебе. Не сомневайтесь. А теперь действуй. Наши техники будут на связи с тобой. Хорошо, господин. Когда придет папа? Не знаю, душа моя. У него дела. Обязательно придет, когда закончит их. Позвоним и скажем, чтобы он уже пришел. Хорошо, душа моя, ты делай уроки. Я ему позвоню и узнаю, когда он приедет. Есть хорошие новости. Эрдем работает. Он на связи с нашими. Как же трудно ждать бездействия. Мы можем только молиться, чтобы они нашли брата и приехали все вместе в целости и сохранности. София звонит. Нам уже нужно им сказать. Как я скажу, Айнура? Что я скажу? Нам тяжело ждать. А как они будут? Да, София. Эрхан, все еще нет новостей от брата. Ты узнал что-нибудь? Нет, не знаю. Мы тоже ждем. Твой брат непременно знает, что делает, София. Джахида тоже нет долгое время, Эрхан. Я уже не могу спокойно сидеть. Я думаю, что ты мне не все рассказываешь. Могу говорить с тобой до утра, если будет толк. Но не будет пользы. Хорошо, поняла. Дело брата затянулось, но он сказал, что скоро вернется. Подводной лодки все еще не видно. Команда до подводной лодки добралась? Пока нет продвижения. Ты даже не завтракал, Эрдем. Съешь что-нибудь. Не хочу ничего есть. Сначала заслужим, потом покушаем. Я понял, ты получил государственное воспитание. Но у тебя голова не будет работать, если ты не будешь кушать. А если голова не будет работать, то ты нам не поможешь. Секунду. Что такое? Подводная лодка начала движение. Мы видим цель, Эрдем. Будь готов. Они снова погружаются. Они могли вас заметить. Они уходят под воду. Проклятие!
Я пришел сюда, думая, что мы встретимся лицом к лицу. Но ты не пришел ко мне. Я собирался прийти, но ты, как всегда, создал проблемы. Поэтому мы так разговариваем. Эфе Караханлы. Мое имя Пулат Алемдар. В святой чаше перемешались кровь и вино. Будь ты кем угодно, разницы нет. Для меня есть разница. Ваши святые для вас, мои святые для меня. На самом деле, мы должны были очень давно осуществить этот разговор до того, как ты сошел со своего пути. Мой путь непоколебим. Это тебе вовсе не к лицу. Мы все ожидали, что ты, будучи сыном Мехмета Караханлы, возглавишь нашу святыню. А ты свою жизнь посвятил борьбе против нас. Ваша цель — создать хаос в мире, чтобы конец света настал быстрее, и пришел Иисус Христос. Ты и сам знаешь, что невозможно откладывать обязательный исход. Это истина, и в вашей книге написано так же. Мы всего лишь стараемся, чтобы наш Спаситель пришел быстрее. Ты претендуешь на звание Господа Бога. Вы уже не нуждаетесь в Христосе. Допустим, Христос пришел. По-вашему, даже Он должен делать то, что вы скажете, а то вы не примете то, что Он Христос. А то, что делают старейшины, они разве не претендуют на звание Господа? Они пытаются отсрочить конец света во имя мира во всем мире. Наоборот. По нашей вере, конец света только в руках Аллаха. Есть один нюанс. Моя вера, даже если ты знаешь, что завтра наступит конец света, приказывает творить добро. Они попались в нашу западню и вышли наружу. Теперь мы можем следить за ними. Сначала определим место, где они остановятся, а потом ночью нападем и заберем их всех. Мы дали клятву в честь Армагеддона. Мы дали клятву в честь Армагеддона. Ты можешь следить за подводной лодкой, Эрдем? Слежу за ее сигналом, но она сейчас быстро отдаляется. Цель вышла из нашего поля зрения. Мы потеряли сигнал, Акиф. Теперь мы не можем определить ее местонахождение. Хорошо, Эрдем. РДМ говорит, что потеряли сигнал. Надо было следить на лодке. Мы стали открытой целью. Я вынужден был вернуться. Если они нас заметили, то и здесь очень опасно. Нам нужно быстрее уходить отсюда. Акиф, от кого мы бежим? Пусть приходят. Мы еще не знаем, где брат. Не будем попадаться в их ловушку. Мы уже попались. Они показали нам подводную лодку, как приманку, а мы вышли наружу и показали себя. Кто знает, откуда они за нами следят? Поехали отсюда. Нам нужно заработать время для создания нового плана. Быстрее избавимся. Давайте, давайте. Сюда тянем.
Айнура, зашла госпожа Лейла. Куда ее направить? Хорошо, Альптекин, я ее встречу. Легкой работы. Добро пожаловать, госпожа. Рада видеть, Айнура. Я думаю, ты знаешь, зачем я пришла. Я хочу узнать, что происходит. Пройдемте сюда. Я хочу знать, где Пулат. Я правда не знаю ничего в этой теме. Скажи, что знаешь. Что-то мешает тебе делиться со мной? Нет, конечно же. Но и вправду, мы очень мало знаем. А Акифа нет? Акиф тоже следит за этой темой. И до него вы тоже не можете дозвониться? Да, вся команда вышла в операцию. Что случилось, Айнура? Шевалье похитили господина Пулата. Где это случилось? Его похитили на могиле папы Умера и мамы Назифе. Откуда вы знаете, что оттуда забрали? Тимур успел в последний момент, он их увидел. Джахид тоже был там. Джахид? Да. Когда все случилось, он тоже был там. А теперь они вместе с Акифом пытаются найти господина Пулата. Поняла. Если что-то узнаешь, сообщи мне тоже. Не волнуйтесь. Надеюсь, в самое ближайшее время мы получим хорошую новость. Я вам позвоню. Тетя, смотри, какая красивая фотка. Я сняла во время заката. Почему ты расстроена, тетя? С чего ты взяла, что я расстроена? Дядя Джахид не звонит. Элиф. А что, тетя? Я же знаю, что ты его любишь. Но не стоит расстраиваться. Он тоже тебя любит. Откуда ты знаешь, что он меня любит? Знаю и все. Я открою все знайка. Мартин, какой хороший сюрприз. Я пришел навестить свою подругу-школьницу. Проходи. Спасибо. Как ты, Элиф? Хорошо. Иди посмотри, что тебе покажу. Это я сняла на камеру, которую ты мне подарил. А это моя самая любимая учительница. Да? Да. Она убедила меня пойти в школу. Будешь кофе, Мартин? Да, я буду рад. Тебе трудно учиться, Элиф? Немного. Учительница задала мне многое, что я пропустила. У тебя трудные задания? Как ты себя чувствуешь в школе?
Твои друзья тебя не расстраивают? Нет. Мы больше не обсуждали эту тему. Если будут проблемы, не расстраивайся, я всегда буду рядом с тобой. Кофе готов. Спасибо тебе. Ты доказал, что не являешься Эфекара Ханлы. Отныне я буду говорить с Пулатом Алимдаром. Наконец-то ты понял, кто я. Теперь можем перейти к делу. Мы устраиваем войну после точных анализов всего и долгосрочных планов, пользуясь на поле боя местными актерами. Только ты портишь здесь игру, Пулат Алимдар. В регионе Ближнего Востока, в точке соприкосновения сил, всегда есть ты. Все взяли в руки карандаши и листки, сидят, чертят равновесие сил. Это родина людей, не утруждайся зря, раз собрался торговаться этими землями. Твоя страстная любимая родина до вашего прихода принадлежала нам. Это и есть ваша проблема. Вы застряли в прошлом. Прошлое снова вернется. Стамбул станет центром мира, которым правит наше королевство. Иерусалима вам недостаточно? Стамбул станет новым Иерусалимом. Там есть наши святыни. И когда-нибудь там святой меч будет передан его владельцу. Кто владелец этого меча? Артур? Саламун алейк. Алейкум ассалам. Что ты делаешь, дядя? Пытаюсь развязать узел. Или я сам развяжу его, или буду ждать Искандера. Искандер? Да. Большой Искандер. Когда-то в какой-то стране был большой узел. Было поверье, что тот, кто развяжет этот мертвый узел, будет править Азией. Многие старались много лет подряд, но никто не смог развязать. Проклятый узел никому не поддался. Однажды пришел Искандер, махнул своим мечом, и узел развязался. Нет, мой Юсуф. Ты не стал Искандером, а в моих руках не мертвый узел. Наш мертвый узел завязал твой отец. Ты его развяжешь. А как, дядя? Развяжу, сидя здесь? Ты думаешь, что сидишь? Ты терпишь, Юсуф. Будешь терпеть и научишься. У тебя минута. За минуту разбери и собери этот пистолет.
Молодец. Минута еще не прошла. Остался единственный воспитанный человек. Будут всегда стремиться набросить на твою шею петлю. Когда придет время, ты будешь готов развязать мертвый узел своей жизни за одну минуту. Прошу. Спасибо. На здоровье. А вы, молодая госпожа, подождите, пока остынет. Хорошо. Что это за чай? Чай олив. Этот состав я приготовил для вас. Правда? Как хорошо. Очень вкусно. На здоровье. Чай олив. А вы знаете значение моего имени? Конечно. Олив значит друг. Каждая олив будет другом? Так должно быть. Моя прекрасная девочка, имена как молитвы. Некоторые принимаются, а некоторые нет. Молитва твоего имени принята, я так думаю. Спасибо. Очень вкусно. Элиф пришла сюда поблагодарить вас. Если бы не вы, она б не осмелилась вернуться в школу. Ну что вы? А что я сделал? Я просто напомнил своей дочке, кем она является. Благодарю. Сейчас я очень счастлива в школе с друзьями. Будь счастлива всегда. Может, это был горький опыт, но это непременно тебя чему-то научило. Да. Люди иногда говорят необдуманно, и не всегда правду. Именно так, моя хорошая девочка. Человек должен хорошо все обдумать и просчитать, но не сильно рассчитывать на то, что будет. Элиф устала думать, что будет. Но сейчас все прошло. В свое время в одной из деревень жил один старый мужчина. Он был очень беден, но у него был белый конь, который славился на округе. Даже король завидовал ему. Король предлагал старику богатство за коня, но старик не хотел продавать. Как-то утром старик проснулся и заметил, что коня нет. Жители деревни собрались у старика и сказали: «Вот глупый старик, и так было ясно, что они тебе не оставят этого коня и украдут. Вот бы продал коня королю и до конца жизни жил бы как господин. А теперь у тебя нет ни денег, ни коня». Старик сказал: «Не спешите с выводами. Говорите, что пропал конь, потому что именно это правда. А остальное — ваши домыслы. Пропажа моего коня — это несчастье или удача? Пока не знаем. Потому что этот случай — только начало. Никто не знает, что будет дальше». Жители деревни засмеялись старика. Но спустя 15 дней конь вдруг вернулся. Оказывается, его не украли. Он ушел разгуливать по горам, а на обратном пути за ним пришли 12 диких коней. Старик оказался прав. Хорошо, что конь сбежал, сказали деревенские жители и попросили прощения. Дедушка, ты был прав. Пропажа твоего коня не несчастье, а удача для тебя. А сейчас у тебя есть табун коней. Старик сказал, что вы снова спешите с выводами. Скажите, что просто конь вернулся.
Ведь это правда. Что будет дальше, мы не знаем. Деревенские жители на этот раз не стали открыто высмеивать старика, но в душе думали, что он на самом деле дурак. Спустя неделю единственный сын старика, который пытался укротить диких коней, упал с лошади и сломал свою ногу. Ой, снова старик оказался прав. Сказали жители деревни, пришли к старику и сказали, что твой единственный сын из-за этих коней долгое время не сможет ходить, а за тобой некому следить. Теперь ты будешь еще беднее, чем раньше. Старик ответил, вы заболели болезнью преждевременных выводов. Не спешите. Мой сын всего лишь сломал ногу. Это правда. А остальное ваши выводы. Но интересно, насколько они правильны? Через несколько недель на них напала армия врагов. Король призвал всех на службу. Должностные лица, пришедшие в деревню, забрали всех молодых в армию, кроме старика и его сына, сломавшего ногу. Деревня впала в траур, потому что было невозможно выиграть сражение. Все знали, что ушедшие молодые либо умрут, либо попадут в плен и будут проданы как рабы. Жители деревни сказали, что ты снова оказался прав, старик. Твой сын сломал ногу, но хотя бы он рядом с тобой. А наши дети навряд ли смогут вернуться в деревню. То, что твой сын сломал ногу, было удачей. Старик ответил, что они продолжают делать преждевременные выводы. И только то, что мой сын рядом со мной. А ваши в армию ушли. Но что из них удача, а что несчастье, покажет время. Как прекрасно! Жизнь полна таких историй. Беспокойство того, что будет завтра, занимает человека и делает его несчастным. Решение, принятое, не дожидаясь итога чего-то, ведет человека к ошибке. Я тоже нуждалась услышать это. Спасибо вам. Ну что вы? Старик оказался прав ведь? Алло. Добрый день, госпожа Ганжа. Добрый день. Кто вы? Я профессор Мартин. Кто? Я друг Элиф Алимдар. Что? Вы сказали Элиф? Нам нужно с вами поговорить об очень важной теме. Давайте потом поговорим. Я себя плохо чувствую. Этого потом, к сожалению, госпожа Ганжа не будет. Мы обязаны сейчас встретиться. Кто вы? Что вы со мной сделали? Будьте спокойны и глубоко дышите. Вам нужно расслабиться. Thank you.
Ваша мама ничего не сможет сделать. Если она услышит ваш голос, то будет волноваться. Будет лучше уменьшить часы мучений. Нам нужно с вами поговорить про Элиф. Чтобы не было того, что вы сейчас переживаете, поверьте мне, я долго старался. Но вы своим каждым шагом отдаляли от меня Элиф. Вы заметили, что Элиф особенный ребенок. Не смогли понять, что она уникальна. Ее судьба не может остаться в ваших руках. То, что вы сделали в последнее время, сделало невозможным вашу жизнь. Поэтому вы в таком состоянии. Думаете, что вы дали себя в жертву ради ребенка, который направит судьбу мира? Это очень значимое событие. Поздравляю вас со смертью. Хорошо. Черное знамя будет здесь с рассветом. Эрдем работает над этой областью детально. Мы обязательно найдем эту подводную лодку. Если до утра итогов не будет, то начиная с Фехми, всех этих шевалье до единого убью. Ты иди, я здесь побуду. Не стоит. Тимур, иди внутрь. Мне тут хорошо. Ты, как и я, любишь открытый воздух. В свое время я долго сидел в четырех стенах в закрытом помещении. Где? На пытках, вдалеке от родины. Тебе повезло, ты вернулся на родину живым. Есть те, кто умер, не дойдя до родины. Подумай о них. Если ты говоришь про Кару, то говори все, что хочешь. Сейчас самое время. Вдруг завтра кто-то умрет. Я до сих пор зол на тебя. Мы его оставили там из-за тебя. Я тоже каждый день думаю об этой ночи. Но я был вынужден. Я подчинился приказу командира, который не хотел умереть от рук врага. Стройся! Черное знамя. Цель впереди. Целься! Огонь!
Что здесь происходит? Опустите оружие. Что вы творите? Черное знамя. Я ваш командир. А теперь целься. Огонь! Солдаты! Смерть — это наказание за непослушание своему командиру. А теперь целься! Огонь! Друзья, это микроб, которым меня заразили враги. Я не хочу умирать из-за этого микроба. Выстрелив в меня, вы для меня не зло сделаете, а добро. Тимур, позволь мне умереть, будучи вашим командиром. Черное знамя. Мой последний приказ вам. Целься. Огонь. Я не знаю, что бы сделал на твоем месте. Надеюсь, ты никогда с этим не столкнешься. Тогда старейшина сказал, что важно не где пал воин, борющийся за родину, а развивающийся флаг на месте его падения. Мы поклялись отдавать жизнь за то, чтобы этот флаг никогда не отпускался. А я клянусь, что не умру, пока не закончу это дело и не найду нашего командира. Мы должны быть готовы к нападению Армагеддона. На чем мы остановились, Пулат Алемдар? Ты собирался сделать предложение. В прошлом ты не принял предложение Юстета и Амона. Я не знаю, что тебе передал Ра через Брэндона. У него не было возможности предлагать. Если б ты договорился с Амоном или Ра, то сегодня, может, заработал бы Масул и Киркюк. Поэтому единственный проигравший — это ты. Вы захотели встретиться со мной, потому что я проиграл? Нет. Чтобы ты еще больше не проиграл, если б я договорился с вами, вы бы обрадовали нас землей. Но этот ход... Ваша западня, с помощью которой вы завели нас в эту грязную игру. Ты утешал себя теми же доводами, уходя из Сулейманшаха. Ладно, а что ты будешь делать на Балканах? Ты перенесешь гробницу Мурада? Что ты говоришь? Очень скоро начнется война Армагеддона на Балканах, которую репетировали на Ближнем Востоке. Вашего плана хаоса на Ближнем Востоке было недостаточно для приближения конца света? Великие войны всегда начинаются с Европы. Война католиков и ортодоксов? Ты же знаешь, что делает ортодоксская Россия в последнее время. Забрав легким путем Крым, он взбудоражил Украину.
Ты же видишь, что она собирается разделить Украину на западную и восточную. А также ты видишь, что она отдаляет Грецию от Европы своим участием. Россия захватывает все вокруг себя. А теперь в Сербии наши союзники планируют операцию власти. Вместо него к власти приведут принца. Власть в Сербии отдадут внуку Паврилио, который 100 лет назад разрушил Австро-Венгерскую империю. А что ты от меня хочешь? Чтобы ты убил его. Совершение этой операции тобой определит, какое место турецкое и все мусульманское население Балканов и Европы получит в этой войне. Вы в порядке? В порядке. Ничего нет. В порядке. Хорошо, что они пришли, а то эта ночь затянулась. По-моему, еще не конец, Есин. Они загнали нас внутрь. Мы попали в западню. Тогда выйдем на улицу. Тимур, не выходи. Их очень много. Огонь!
Не позволяете им оттуда выбраться. Мы здесь застряли. Если не сможем выйти на улицу, у нас закончатся патроны. Патроны заканчиваются. Все, хватит. Базука! Бегите, беги! Вяжи! Поздравляю, Узи. Ты прекрасно выполнил дело. Благодарю, господин. Забери их. Ты знаешь, что делать. Не волнуйтесь. Сейчас все под контролем. Не существует ничего, что бы не контролировалось нашей силой. Роза, что происходит? Теперь Пулат Алимдар не сможет спастись из рук Его Величества. Ты уверена? Его люди, которые пришли спасти его, тоже попались в западню. По-твоему, у него теперь есть шанс? Это очень большая возможность, Мартин. Нам нужно ею воспользоваться. Я должен быть осторожным. Теперь у нее и отца нет. Ты можешь ее забрать. Мы уже обсуждали это раньше, Роуз. Сначала я должен с ней создать правильную связь. Ты знаешь о прошлых неудачах. Пока она не захочет, я не могу ничего сделать. Мы не новички, как Маргарет и ее команда. Не обманывай себя. Мы можем упустить ее, выжидая момент.
Я знаю, что делаю. Я тоже хочу ее узнать. Если ты ее не привезешь, я сама приеду. Ты хочешь все разрушить? Я просто хочу довериться тебе. Я не делал ничего, чтобы терять твое доверие, Роуз. Мы ради этой цели вместе начали путь. Меня беспокоит то, что ты держишь меня вдали от дела. Я не думаю так, Роуз. Ты знаешь, что мы не должны обращать внимание на себя. Я не знаю, сколько смогу терпеть, Мартин. Я ожидаю хороших новостей от тебя в самый ближайший срок. Я сделаю все, что смогу. Встретимся, Роуз. Пока, пока. Я снова поймал сигнал от подводной лодки. Дайла, ты нашел, где она? Судя по информации, которую я получил, она сейчас на параллельной точке от места, где она была полчаса назад. Что случилось, Эрдем? Тут что-то не то. Сканер показывает точку в 300 километрах от места, где они были раньше. То есть? За такой короткий срок они не могли доехать до этого места. Конечно, если кто-то не зашел в нашу систему и не направил сигнал. Говори на турецком, Эрдем, я не понимаю. Они нас направляли, Эрхан. Этот сигнал тоже западня. Нас вычислят, если я не закрою сеть. Они могут найти наше место. Я не могу дозвониться до Акифа и Джахида. Как мы с ними свяжемся, если ты все выключишь? У нас нет другого выхода, Эрхан. Будьте уверены в безопасности дороги. Мы скоро будем там. Садитесь по своим машинам. А теперь веди себя спокойно и не создавай проблем. Мы вынуждены завязать тебе руки. Мои дела с вами окончены. Thank you.
«Господин, я жду вашего приказа. Веди их к посланнику Ози. Он тебе скажет необходимое. Как прикажете?» Можешь выключить. Привет, Альгиз. Добро пожаловать, Мартин. Можете выйти. Проходи, садись. Что делаете? Джахид с Пулатом и их остальные люди в наших руках. Это хорошая новость. У тебя есть мысли по поводу их судьбы? Конечно же, есть мысли. Джахида мы больше не увидим, я так думаю. Но, естественно, последнее решение примет Его Величество. Но хотя бы нам не стоит волноваться по поводу нашей тайны. Ясно, что нашу тайну не узнал Его Величество, а то мы бы оба не сидели здесь. Я про это и говорю. Но нам не следует забывать, то, что Джахид не рассказал Его Величеству, не значит, что он не знает нашу тайну. Допустим, знает и скрывает по какой-то причине. Он эту тайну унесет с собой в землю или же в море. Кто может знать их судьбу? Это они? Да. Четверо важных людей Пулата Алимдара. Заведите внутрь. Развяжите глаза. До вчерашнего дня сила, управляющая миром, была рядом с тобой. И ты дошел до самой вершины этой силы. А сейчас ты упал и беспомощный, ждешь с завязанными руками. Человек, из-за которого вы попали в такое состояние, сейчас, как и вы, пленник, ждет решения, которое примет Его Величество. Ты и твои друзья
Выполните приказ, который я вам дам. Вы поедете на Балканы, чтобы разжечь фитиль мировой войны, который приведет нас к концу света. Вы разожжете огонь тем, что совершите политическое преступление, будучи людьми Пулата Алемдара. Детали вашего задания вам расскажут. Если не выполните задание в течение 24 часов, Пулат Алемдар умрет. Пришло время очнуться от своего сладкого сна, Пулат. Теперь время встречи с горькой правдой жизни. Твои люди и вправду очень верны тебе. Они пришли сюда спасти тебя ценой своей жизни. Но попались в мою западню. А теперь я им дам один шанс тебя спасти. То предложение, от которого ты отказался, я предложил твоим людям. Они тоже вначале отказались. Но я думаю, что они поменяют свое решение. У вас есть 24 часа, чтобы умереть или же убивать. Выбор за вами.